17 июня вся страна отмечает свой день рождения. День России – важный праздник для каждого жителя нашей страны. И даже погода в такой день порадовала солнцем. Празднование Дня России действительно очень важно для нас, для каждого человека. Каждый должен быть патриотом своей страны. И чем больше человек верит в свою страну, тем она будет сильнее развиваться. С праздником! В единстве сила нашей страны. Праздничный день на Кургане Бессмертия прошел торжественный концерт с участием творческих коллективов силовых структур Брянской области. Чувство огромной ответственности прежде всего, как перед самой собой, так и перед своим коллективом, перед своими близкими людьми, перед своими согражданами. Да, это настолько важно, чтобы люди слышали эти песни, чтобы они видели, что мы крайне искренне относимся к этому и очень ответственны перед собой и перед всеми вами. Волонтеры раздавали горожанам ленты цветов российского флага, шарики и флажки. В праздничном мероприятии принимали участие зрители разных возрастов, ведь это наш общий праздник. Екатерина Пенько, Алексей Рязанцев, события Брянск.